Что такое? Это большие конфетки, а туда нельзя заходить. Мы пришли в торговый центр, а тут так красиво. Такой снеговичок стоит красиво. И олени. Потрогать их, лучше их нельзя трогать. Это мишка. Это вот большой олень красивый стоит. Их нельзя трогать, да, тут написано нельзя их трогать. Вот этого можно потрогать, смотри, вот этого снеговичка можно потрогать. Да? Так, что это такое? Кто там в туалете прячется в темноте, а? Еще и ребенка маленького туда забрали с собой, а? Это что такое? Еще и сынка. Ну что, боюсь. Сынок боялся, плакал там. Вы что издеваетесь над ребенком, над маленьким? Тут детский сад самый настоящий. Сегодня детский сад здесь. Ну-ка, 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 вот он детский сад. Спят ребятки? Угу. Хорошо, закрывай. Давай еще одну кроватку, смотри, там ребеночек. Доченька, ты спать хочешь? Нет. Ой, какая девочка. Подойди ко мне поближе, красотка. Алиса сама накрасила губы. Колготки свои взяла. Зачем ты их взяла? Я взяла внимание. Ты мамочка? Играет с куклами, в коляске их катает. Давай, я покажу, кто у тебя тут есть. Тут лежит Ферби. Не трогаю хомяк и мишка, а снизу сидит куколка. Бэби. Вот так вот Алиса играет дома. Мама только успевает зеркала мыть. Все обляпает эта девочка своими ручками. Постоянно их трогает. Да, Алиса? Алиса, а маме потом мыть? А это намодница. Ну-ка покажи. Твоя лялечка. Осторожно, дочь. Это моя лялечка.